Добрый день, любители влажного бритья. Сегодня, ребята, у нас очередное бритье. Бритье вечернее будет. И бритье будет со следующими участниками. Значит, что у нас сегодня будет в роли пенообразующего средства? К нам подъехали новиночки от компании ТТС. Значит, будет вот такое вот мыло для бритья. Нота розы. Романтический настрой, тонкие материи, натуральное мыло для бритья на растительных маслах, кремовое, ТДС. Оно у нас вот такое вот, оно мягенькое, оно больше даже похоже именно на крем. Так что, наверное, мы не по мазкам сюда полезем в баночку, а просто отсюда заберем чуть-чуть и будем взбивать это дело в чаше. Чаша у нас будет «Воевода» от компании «Мужской мир». Дальше, после бритья, также у нас будет средство от компании «ТДС». Спиртовой лосьон после бритья. Обжигает мягонько, также с ароматом ноты розы. Аромат я уже понюхал. Достаточно такой приятный, нежный, то есть... Бритье у нас сегодня вечернее, и как раз такой, знаете, ну, спокойный вечерний аромат будет. Также мы сегодня попробуем вот такую вот новиночку от компании ТДС Pre-Shave. Посмотрим вот так вот. Pre-Shave гидрофильный, твердый, природный. Вот масло ши, масло какао, кокосовое. 50 граммов вот такой вот стик. Форм-фактор стика. И станочком. Станочком у нас сегодня будет лупа. Нержавеющая сталь. С лезвиями Wilkinson. Sword. Но плита сегодня будет новая у лупы. Это будет комбинированная плита. Как они ее называют? Dual Comp. С одной стороны открытая гребенка, с другой стороны закрытая. Открытая гребенка 72-м гапом, закрытая 95-й. Я тут неделю не записывал видео. Брился практически всю неделю, каждый день. Там один какой-то был у меня перерыв. День я не брился. Вот. Одно утро. Так брился каждый день. Первые два дня я брился 95-м лупом, закрытой гребеночком. И потом я перешел на 84-й Game Changer. Так, вот так у нас это дело все выглядит. Лезвие стало ровненько, четенько. И будем смотреть. И ручка EX4 от компании StoreCrazers. Так, лезвие заправили. Давайте теперь разберемся с прешейвом. Вот, попробуем, что это такое. До этого у меня был пришейв от компании ТДС. Такой в баночке, мягкий. Вот. Так, мы, наверное, вот так вот его оборвем. Вот, сделаем из него... Что-то типа такого. Сейчас намочим лицо, нанесем пришейв и будем дальше рассказывать об участнике в бритье. Так. Достаточно такой твердый. Так, что является плюсом, пока мне, ну, нравится, что этот пришив гидрофильный.
и его не нужно будет смывать. Сейчас мы так вот чуть водички добавим. Конечно, ребят, вот утром такие процедуры, я не думаю, что, ну, каждый будет выполнять с пришейвами. Да, утром, сами знаете, все быстро-быстро. Вот, поэтому я и выбрал такое вечернее время для бритья, чтобы так обстоятельно попробовать пришейв, никуда не торопясь. Так, ну вот, как-то так мы его обратно засунули. Конечно, надо будет что-то придумать, как его хранить. Такой у него приятный нейтральный ароматец. Что-то такое древесное чуть-чуть есть. Ну, вполне, вполне достойный аромат. Так, дальше мы про станок сказали, про мыло сказали. А, и помазочек. И помазочек будет наша барберская Омега. Омега Professional. Кабанчик, предварительно замоченный, конечно. Так, ну что, давайте... Как всегда, берем нашу чудо-лопатку, которая у меня тут хранится для того, чтобы брать мыло из банок. Не будем жадничать. Вот столько возьмем мыла, крема, как хотите. Вот. И будем... Все это дело размещать в чаше. Так. Вот так мы это в чаше разместили. Ребят, всегда, когда размещаете мыло в чаше, в любой, будь то керамическая чаша, будь то пластиковая, всегда желательно, чтобы чаша была сухая. Намного удобнее мыло там закрепляется. Если чаша влажная, то, как правило, вот этот пробник, который вы туда размазываете, он не закрепится на дне и будет болтаться. Так, помазочек замочен, кабанчик. Встряхивать не буду. Сразу пойдем в чашу. Так. Сразу такой активный... Быстрый очень ответ. Сначала такая прям стадия с крупными пузырьками. И тут же, после 5-7 движений, пузырьки пропадают. И вот смотрите, что у нас уже получается. Такая вот прям... Мощная пена. Она у нас пока еще жидковатая. Я люблю такую погуще. Но хотя, наверное, с учетом того, что у нас пришейф на лице, особо густую нам делать не надо. Вот, так что то получится, тут пришейф лежит. Достаточно так он плотно. Вот, мы еще густую пену сделаем. И непонятно, что получится. Так, приятный, нежный аромат розы. Вот. Ну, ребят, у нас тут котелок полон пены. Прям вообще...
Наверное, мы многовато взяли мыло, конечно, крема, но... Так. Помазочек. Как думаете, смочить лицо или нет? А, давайте прям так. Пойдем. Вот щетине у меня получается 2-2,5 дня. Если с пятницы, да? Вот. Пятницу утром побрился, и вот в выходные не брился. Ну, ребят, пена просто шикарная, плотная. Какие тут могут быть комментарии? Помазочек оставлю вот так, не буду ставить в чашу. Посмотрим, хватит ли нам того, что мы набрали. Смачиваем. Какой есть план? Давайте одну сторону будем брить закрытой гребенкой, вторую открытой, и потом посмотрим по факту, где у нас что получилось. Значит, лезвие Wilkinson Sword. Начнем с открытой гребенки. 72-й габ. И дальше будет видно. Отличные, ребят. Отличное скольжение. Прям. Разница прям ощущается. Сразу. Хоть сейчас. Ну давайте сейчас закончим первый проход. Так, не перепутать бы.
Видите, какие следы остаются после открытой гребенки, да? Так. Сейчас смоем пену. Мыло со станка. Умоемся и второй проход. Так, ну что, второй проход. Ребят, по качеству пены вопросов вообще нет пока. То есть тут все супер. Не берем ничего из чаши, оставляем все как есть. Так, открытая гребенка с этой стороны, второй проход. Ну, ребят, конечно, могу сказать, разница вот просто потрясающая. То есть я думал, что открытая гребенка будет поагрессивнее. Я помню, как себя вела 72-я плита закрытая. Ну, вот тут... Приблизительно... Все так же, то есть просто. Уголки губ.
припомнить бы. Ну вот так. Все, умываемся и делаем выводы. Отличненько. Умылись. Промокнем. Чтоб наносить автошейф на сухую кожу. Значит, ребят, что могу сразу сказать? Разница... Открытые и закрытые гребенки 72. Если есть, то совсем минимально. То есть 72 идет так же мягко открытая, как и закрытая гребенка 72. Единственное, она оставляет вот на коже такие следы, да, мыльные. Так, по состоянию кожи, ребят, могу сказать одно. Очень хорошая. Кожа мягкая, то есть пришив видно, что сработал. Также наверняка он добавил что-то и в уходовых качествах, и в скольжении добавил. Вот, особенно, наверное, при первом проходе, да? Вот, но, как мы видим, не порезов. Вот тут у меня два прыщика были, но они просто покраснели. То есть мы их не сбрили. Так, виски вроде ровно. Поэтому, что могу сказать, ребят, в принципе, я думал, что открытая плита будет поагрессивней. То есть, с открытой гребенкой нам потребовалось чуть больше подбривочек, чем 95-я закрытая плита, да? Но, как бы, потому как они нежно брили... Вот такой дозатор. Так, сейчас мы... О! Приятный. Приятный аромат. Хорошо впитывается. Тут добавляется такое ощущение, знаете, что чуть-чуть побогаче букет в лосьоне. Тут еще добавляется, как будто, знаете, когда вот входишь и точно в магазин, вот этот вот аромат такой цветочный, вот не только роза, а еще вот эта зелень цветочная. О, ребят, кожа прям вообще шикарно себя чувствует. Так, все впиталось у нас. Автошейф закрываем. Обжигает действительно мягонький. То есть сначала был такой небольшой спиртовой ударчик, но он быстро прошел. Буквально несколько секунд и все. Так, давайте сначала начнем с мыла. Что у нас с мылом, ребят? Смотрите. Я его не трогал. Как взбил сразу, так оно тут и стоит в чаше. Оно не осело, то есть как вот такой... Кратер был от помазка, видите, а вот эта часть, она так и стоит. Конечно, пены здесь еще хватит побриться многим.
Помазочек, ребят, также еще в себе достаточно много хранит. Смотрите. Опа. То есть, помазочек сегодня не хомячил. Все было на высшем уровне. Все прошло отлично. Дальше. Дальше давайте приступим к пришиву, наверное. Ну, ребят, что могу сказать? Наверняка он свою роль сыграл, потому что скольжение на первом проходе прям было вообще отменное. Состояние кожи после бритья тоже как будто мы брились с хорошим жировым мылом. Вот. Тут вообще у меня претензий к связке, давайте так, пришейф и мыло у меня нету. То есть, и вот сейчас просто, просто класс. Я думаю, что для людей с чувствительной кожей вот эта связочка пришейф и мыло будет просто великолепна. Также мы еще попробуем пришейф, который до и после бритья. Вот. Он тоже идет в баночке. И сделаем вывод, какой из них поудобней, какой получше. Aftershave, ребят. Приятный аромат. Розы, вот этой цветочной зелени. То есть, хорошо впитывается, не оставляет никакой липкости на лице. И просто великолепно справляется со своей задачей. Так, ну вот эти вот прыщички, они покраснели, но, как видим, мы их не срезали. То есть тут, в принципе, тоже все нормально. Дальше. По станочку. Значит, ребят, что могу сказать? Данная плита в связке с лезвиями Wilkinson Sword. Новое лезвие было, как вы видели. Так, чуть не выпало. Новое лезвие. 72-я открытая гребенка. Бреет, ребят, мягенько. Может быть, чуть-чуть ей недостает эффективности. И именно поэтому вот такая вот комбинация. 72-я открытая, 95-я закрытая. Может быть, знаете, есть смысл ей бриться такой плитой. Если вы бреетесь, например, два раза в неделю, да? То есть там через три дня. Первый проход у вас достаточно длинная щетина. Вы приходите открытой гребеночкой. Смахиваете ее. И потом уже... Второй проход, плюс до бривочки, вы подчищаете все это дело 95-й плитой. И у вас получается вот такая вот шикарная картина. Поэтому, возможно, если поставить еще более мягкое лезвие, открытая гребенка, мне кажется, она, ну, навряд ли сильно как бы упадет эффективность. А 95-я сторона закрытой гребенки станет чуть помягче. И тогда вот, я думаю, что многим это сочетание, опять же, зайдет. Но, ребят, опять же, каждый подбирает лезвие под себя сам. Кому что нравится, кому что больше подходит. Поэтому я просто вот, ну, говорю про данную связку, про то, как мне видится этот процесс. Поэтому вот такое сегодня получилось бритье. Все шикарно, все мягенько, все чистенько. И очень комфортно, ребят. Вот, ну, просто великолепное вечернее бритье. Да, может быть, если бы это было утреннее бритье, хотелось бы более каких-то ярких ароматов. Но под вечер аромат розы просто успокаивает. Защитные функции у пришейва мыла и автошейва великолепные. Кожа мягкая, все увлажнено, все защищено. Просто великолепно. Такое ощущение, как будто и не брились. А просто волосы сами исчезли. Так что, ребят, вот такое у нас сегодня получилось бритье. Как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Если какие-то вопросы есть, почта, Инстаграм, задавайте. И всем хорошей недели. Всем здоровья, ребят. Хорошего бритья. И пока-пока. До новых встреч.